Грязная правда о Путине, которой никто не знал. Вы будете в шоке. Российский лидер расхваливал преимущества возрождения СССР, под контролем которого страны региона находились десятки лет. В свете постоянных высказываний российского президента Владимира Путина по поводу намерения заново объединить бывшие советские республики под контролем Москвы, граждане центральноазиатских стран не устают повторять ни за что. Недавнее высказывание Путина прозвучало 19 апреля в эфире программы «Москва, Кремль, Путин» государственного телеканала «Россия-1». Российский лидер расхваливал преимущества возрождения СССР, преодолевая фобии прошлого, страхи по поводу возрождения Советского Союза и Советской империи. Все-таки понимание того, что объединение на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно, заявил он. Чувствуя эти преимущества, а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, мы двигаемся дальше, добавил он. По словам Путина, удивительно то, что мы до сих пор не продвинулись на этом пути так, как мы могли бы это сделать. Путин также заявил, что для республик бывшего СССР абсолютно естественно повышать уровень своей конкурентоспособности за счет объединения. Заявления Путина вызвали тревогу многих граждан постсоветских государств, которые поняли подтекст его слов.